Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Эти люди преисполнены доброты, понимания, чуткости, милосердия, а прежде всего любви. Бывает со склонностью к внутренней противоречивости мировоззрения. Например, имеет способность приврать, пустить в дело якобы необходимую ложь с самыми лучшими намерениями. К примеру, чтобы сделать людей счастливыми. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Эти люди не боятся проявлять свои чувства к близким, но в то же время именно эти люди могут, использовав мощный потенциал своего имени во зло, быть совершенно аморальными, ленивыми, жадными или наоборот транжирами, а также легко поддаются всевозможным фобиям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.